следующие этапы идут. Это этапы согласования и утверждения нашего проекта годового плана. Согласовываем мы его с начальником цеха по ремонту, с руководителем склада, с руководителем финансовой службы, с начальником производственного отдела. То есть каждый в своей роли, кто-то должен остановы согласовать, кто-то цену, то есть каждый в своей роли согласовывает данный проект. Ну и тут два варианта, да, мы видим, либо проект не согласован, его требуется доработать, тогда мы возвращаемся назад, либо мы проект годового плана согласуем, и тогда на утверждение. А тут генеральному директору, то есть генеральный директор также либо утверждает этот план, если утверждает, то он у нас идет на месячное планирование, либо если не утверждает, то мы идем на доработку этого проекта плана годовых работ по ТАИР.